Глубокая колея и грязь – вот во что превратилась обочина у детского садика, да и на протяжении всей центральной улицы хутора «Рассвет». Инспекторы роты ДПС периодически проводят рейды и штрафуют водителей грузовых машин. Сами водители все понимают, но деваться им некуда, других парковок нет. Большинство из них приехали на строительство компрессорной станции «Русская» из других регионов, а специальных отстойников застройщик не предусмотрел. Конечно, в городе не хватает заночных мест для грузовых автомобилей, поэтому паркуемся на дорогах, на обочинах. Где получается, там и останавливаемся. Ну а жители часто выходят, ругаются? Постоянно, регулярно выходят, ругаются. Ну а что делать? Мы же работаем, нам тоже как-то нужно. Местные жители с этим мириться не намерены. Шквал писем в администрацию курорта и командиру роты ДПС сыплется уже не один месяц. А ВОЗ и ныне там. И большие грузы тоже. Пыль, во-первых, окна не откроешь. Это раз, блин. Потом возле детского садика, пожалуйста, здесь ставят, блин, машины, блин. Подъезда, блин, для детей. Люди приводят детей, они не могут подъехать туда. Больше всего, блин, и основное, блин, шум. День и ночь шум, сутками, блин. Часть грузового транспорта паркуется на старых заброшенных заправках, другая часть вдоль федеральных трасс. Руководство, по словам водителей, о проблеме знает, поэтому есть надежда, что вопрос будет решен в пользу анапчан. А пока сотрудники полиции вынуждены ликвидировать стихийные парковки штрафами и внушениями. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа регион.